В региональном правительстве состоялось заседание оргкомитета по проведению в нашей области Кубка по стратегии и управлению бизнесом. Это интеллектуальные соревнования, которые проводятся по всему миру на протяжении 34 лет. Россия не исключение. В конкурсе не первый год участвуют студенты, молодые преподаватели и предприниматели со всей страны. В 2012 году команда из нашей страны стала победителем мирового финала в Киеве. И теперь Россия получила право принимать международные соревнования у себя. Финальный тур состоится в апреле следующего года в Сочи. Ивановская область тоже присоединится к этому проекту, который позволяет участникам получать знания о бизнесе в формате конкуренции. Каждая команда в составе до 5 человек получает в управление виртуальную компанию, виртуальный бизнес, у которого уже есть год истории, и перед ними стоит задача в течение ближайшего виртуального года этот бизнес максимально эффективно в условиях конкуренции с другими командами развить. Соответственно, в онлайн-раундах, то есть на самом стартовом этапе команды участвуют через интернет, а лучшие команды сначала на региональном уровне собираются на однодневный очный финал, и потом на национальный финал, и потом, соответственно, лучшая команда страны едет на мировой финал.